Ну что, переезжаем? Да, давайте. Ща, давайте все в одной точке встанем где-нибудь. Только не в доме, на возвышенности. Я бы, наверное, на улицу выйду. Да, давайте на мосту. Ага, на мосту. Нет, я лучше воздухе. На улицу. Куда-нибудь. Я вчера появился, ну, вышел в доме, но появился как бы нормально. Да? В любом случае, ну, я появился на земле, но наш сможет, конечно, и в стену портануть. Та-дам! Так что... Та-дам! Ну, прям это, мы как будто сейчас это, во времени будем перемещаться. Ну да. Ну, писец, не, ну, смотрели этот, Чернобыль, зона отчуждения? Да. Кирюх смотрел. Я нет. Конец мира, ты чё, конечно. Я буду копатель. Армагеддон. Нет, я буду вот так вот. С Кирюхиной игрушкой. Так, а где Маня? Она сказала, она остается там. Нет, я выхожу. Вон, смотри, бежит. Стреляй! Вы охренели? Блин, она вниз упала. Она испугалась. О, ну все, помянем. Кирюха автомат перезарядил. Смотри, все с оружием, только Маня. У меня все заряжено. А, так, проверить. Все заряжено. Да, у меня все. Все, пошел я чай пить. Все, карту можно заходить. Так, я появился на краю горы. Надеюсь, вы появитесь не в горе. Где ты появился? Прям... Сейчас, меня уже отпиздят, пытаются. Ой. А, он появился в зиме, и там уже девушка с севера. О, лупец. Все как надо. А почему мы подконектиться не можем? Ожидали отправки мира с сервером. Я просто мира не вижу. Не, у меня есть. Но у меня нет. Тебе приглосик кинуть. Давай. Так. А я тебя в сети не вижу. У меня соединение прервано. Вот, я теперь топ. Ты появился. Сейчас, подожди, я его, может, увижу. Да, я увидел мир. Угу. А ты уже закинул нас? Да. Вот я и говорю. Кто-то из вас, возможно, появится либо в воздухе, либо в горе. Ну, если в воздухе не проблема, это ты приземлишься. Ну да. А вот если в горе, будешь копать. Так, ну что я вижу вокруг? Не, ну зима. Зима, красиво, все дела. Будем жить в зиме, мне нравится. Там Танксон. Еще одна девушка с севера. Если что, мне от девушки с севером нечем отбиваться. Почему? Весело. Ты же сказал, у тебя все патроны. Патроны-то да, оружия-то нет. Молодец. Скачивание мира 10%. Скачивание мира 9%. У меня тут без вас с них по 2000 опыта идет. Слышь? Не, в принципе, я еще вижу медведя, но я его трогать не буду. Вы быстрее меня еще подключились? Да. Маня, а я в воздухе появился. Я на горе. Но ты не так, чтобы высоко. Мы внизу. Это я уже внизу. Упала. Да? Я вот там Кирюха. Же появилась, наверху. Негатив розовенький. Розовый негатив. А я какая тогда? Розовый желтенькая. Негатив это у нас какой получается? Зеленый, по-моему. Да. Так, ну все сохранилось. Куда я? О, у меня-то. Смотрите. Метки торговцев можно удалять, да? Да. Там зима, там лето. Где лето? Там. Ага. Принимаем, товарищ. Это ж, блядь, точно. Не стреляй, как-то. Не стреляй. Всё, не стреляй. Еще один там. Главное, девушек с севера не встретить. Ой-ой-ой. Сорян. Закопали аж. Мою, первую коронный, второй похоронный там. Да.
Да-да-да. Так, куда идем? Так, чё, Диму ждем? Блин, а давайте мы в том городке, а мне прям нравится это место. Какой? Где? Покажи. Вон налево. Тот, который виднеется с обрыва? Да. Зая, мы опять появились в той же части карты. О, слушай, а что у меня с картой? А, прорисуется. Она у тебя будет заново прорисовываться поверх старой. О-о-о. Да. Понятно. Спасибо. Чё? О, отлично. Ой, сколько водных пространств. Может, пойдем в сторону пустыни туда? Вон, смотри, вот этот городок мне нравится. Вон, видишь, мы прямо на него смотрим. Вот, какое-то поселение. Давай, пошли туда сходим. А давайте вы машину поставите, извращенцы. Да идти-то да. Пару шагов. Чё ты? Четверо. Ну да, только у меня перегруз. А-а-а. У меня тоже. Ну ладно, давайте на дорожку тогда. Он издевается, Мань? Дорога прямо есть? Нет, он полез наверх, а? В гору? Да. А стамина все равно так же. Да. Удивительно. У меня норм. Кирюха, сзади, стой. Да хорош, машину бить. Убейте машину. Поехали. А, ты... Так. Села. Сели. А, я за рулем. Ну да. Ну, главное не в воду. Да, нормально. Нам некому ее подбирать. Смотрите, у нас мигалка на машине слева, спереди. Так, какой-то... А это что, торговец? Не торгаш? Нет, это здание, кстати. Это классическое здание. Да-да. Блин, ну неинтересно. Блин, как же бесит, что одна карта поверх другой. Согласен. Блин, слева химлаба. У меня в инвентаре химлаба. Осторожно, тут... А, нет, тут нет. Тут что-то помеет, тут нет, тут что-то колоется. Так, Дима, если что, нас догонит. У него же есть на чем? Да. У него есть своя машина. Блин, это нужная штука. Ладно, потом. Все потом. Спокойно. Нам главное не уезжать далеко от... Да, мы снова появились в самой западной части карты. Ну, по идее, должны были, да, появиться там. Ага. Прямо по курсу бетонное здание. Да, вижу. Магазин. Но у меня карта сходит с ума. Электрофеня. У меня тоже. Вот там, где мы стояли, она показывала новую карту, а сейчас перестала отрисовывать. Да. У меня отрисовывает новую. У меня походу, нет. Эта часть была закрыта. Прикольно, кстати. Справа посмотри, чё. Да. А, ну это, скажи. Ага. Типа гоночная трека. Да-да-да, где мы были. Высматриваем наши какие-нибудь похожие здания. Да, вы смотрите, потому что я поворачиваю мышкой. Угу. Я слышу девушку с бензопилой. Я тоже. Давай налево. Направо, вот какой-то постройка. Нет, это этот паровоз. Ну Кирюхины да. Постройки видно сразу. По его эпическим заборам. Ну, у меня сначала появляется, короче, я не знаю почему. Налево сначала... давай. Во, смотрите. Тихо. Похож на мой. Не мой забор. Это не военка, мой. Это нет, это да, это военка. Это не наши заборы. Схожесть есть, но нет. Низковат. Да. Все, масло потекло. Так, у нас топливо 17% осталось. Да фигня, если чего, распакую. У меня в инвентаре есть еще. Распакованное. Я просто не хочу далеко от зимы уезжать. Из-за танкста? До зимы там еще, ты знаешь, сколько их биомов будет? Я думаю, на карте их будет несколько, да? Да. Тогда направо полетели.
Хм, я такую шишечку не видел. Огороды. Так, Кирюха, у меня фулстаки, мне не... Нет, это не наше. Но что-то нет, крутое. Не... А что это, кстати? Это новое что-то, да? Это, скорее всего, да. Мы еще такого не видели. Прикольно. Так, там церковь. Завод какой-то. Я предлагаю не чистить сейчас его. Да, некуда. А дальше будет, кстати, пустыня. А, девушка с бензопилой. Ну и пристрели ее. О, Дима. Дима, ты нас догонишь? У тебя машина с собой же, да? Да. А то мы резнулись все на горе в зиме и уехали, поэтому будь осторожен, там бывают девушки с севера. Вот так вот. Кинули. Ну да, мы типа такие думали, строили голосование и решили единогласно тебя кинуть. Вот так вот. Ну да, ладно. Пошел я в Скайрим тогда. Услышь. Опять. Так, стрелу ему в колено пустите, когда он зайдет. У меня как раз таки последняя стрела в арбалете. Чтобы это, спустить на стрелу в колено, это нужно меня дождаться, а вы меня ждать не стоит. Мы тебя увидим когда-нибудь. Как так? О, у меня пишет 13 минут скачивать будет. Ну иди покури. Я уже как бы. Ну, еще вот покури. Поэтому надо было сразу ставить, а потом идти. Вода, вода впереди. Да я вижу, я. Ага. Ой-ой-ой-ой. А дерево настоящее, Кирилл? Да. Да. Ебать. Переедешь. О, боитесь так. Да иногда они глубокие бывают. Не, у нас был прикол в том, что машина после этого не завелась, как по воде проехала. А, ее пришлось круто. Снимать и перестаскивать. Да-да-да. А у меня было как там в воде. Ох ты мой, что это? Давай воде. Здесь. Аккуратный ручеек был такой, а внизу было, знаешь, прям... Это что, шахматные да. фигуры? Нет, это типа электростанция, пародия. А. Икея. Мне нравится Икея. Нет. О, Кирюха, давай найдем то здание, в котором мы две орды встретили, или три, и в нем будем выживать. Нет. В котором хрен поймешь, где подъем наверх. Нет. У меня с этим плохо. Смотри, мы его уже даже нашли, Кирюх. А вот это да? Вот? Нет, это библиотека. Нет, это другое. О, надо запомнить. Церковь, смотрите, слева. Паркинг. Кирюх, дельфинарий. О, да, я помню, там кучки лежали. А это то ли почта, то ли музей. А, это полицейский участок справа, нет, да? Нет, это почта. Хрен почта, знает. Да? Ну, похоже. Вот большой город нашли для лутания, если чё. Ну, он такой средненький. Там вон вроде конец у него. Нет. И стройка есть, и вот еще этот торговый центр. Да. Направо поверни. Там еще одна, что ли, церковь? Госпиталь. Вот прямо едь. А что это за гора? Похож на наше здание слева. Да, я тоже думаю, что это... Оу, фу. А, налево. Вот здание. Все, вот в этом же здании будем выживать. Но... Рядом. Оно что, обалдел? Из бронированного стекла. Не, давайте не надо. Ну, ребят, ну чё? Блин, там на каждый этаж хрен догад... О, молодец, оп, сел на камень. Мы наехали. Тут, это, товарищи к нам, это, подкатывают. Ничего страшного. Я хочу какой-нибудь симпатичный домик. Бук. Крейг Бук. Вот тут тоже еще это. Книги. Сзади тебя. Рисот, да, это. Рисот много сейфов. Да, мы знаем. Кирюха, может с нуля? Нет! Домик своими руками? Можно занять стальную заправку. Не, заправка некрасивая. Не, можно, кстати, да, с нуля. Стой, тормози. Стой, стой, фу. Что там? Если я правильно понял... Нет, это не оно. Все, поехали.
Если с нуля, сначала мы делаем вокруг себя заборчик маленький. Твой любимый? Кубов в 5 высоту? Да. У нас мокрого бетона сколько? Там 5 или 6 стаков. 5 или 6 стаков по 500. Да. Не, ну только, пожалуйста, давайте не будем жить в городе. Не, если мы будем с нуля прям строить, вообще вот с нуля, то вообще пофигу, где. О, ошибочка вылезла. Да, я почувствовал. Начинайте ставить пол хоть какой-никакой, чтобы я от него уже отталкивался. Прокопайте, ну, давай прокопаем. Это вот ставим. Кирю, вот смотрите, на Кирюху. Не, я так... Сколько на сколько копать? Пока не надо сколько на сколько. Давайте сейчас, быстренький релок. Ну, давай. Может, утра хотя бы дождемся? Подожди. Я хочу машину забрать, ну его нахрен. Да, машину заберите, вот эту буханку. У кого место есть? Да что ее забирать, пускай стоит. Олег. Да, я забери боюсь... на всякий случай. Да. Да не буду ее забирать. Я за реализм. Ох, какой камень. Реализм. Я просто места нет, я забрал бы. Я тоже. А я думаю, что выкинуть. Что выкинуть? Я даже не знаю, что выкинуть. Вот это выкинуть. Господи, с таким FPS еле-еле попал в нее.